это рынок. Дорога на рынок. Вот сзади меня вы видите наш дом. И вот этот рынок здесь, он большой, он вот он по вечерам, по утрам основная деятельность на нем происходит. Сейчас попробую заснять все это. Посмотрите, такой уютный, тихий азиатский рынок. Наверное, там будет очень шумно дальше, поэтому говорить ничего не буду. Просто смотрите. Может быть, это вам будет интересно. Пониже опущу, чтобы было видно прилавки. Обычно продают мясо крокодилов. Сейчас, если они сегодня здесь есть. Да, вот они. Сейчас, сейчас увидим. Черепахи, крабы, устрицы, моллюски разные. И вот под палаткой крокодилы. Все свежее, все недавно убитое. Вот крокодильчик, крабчики. Это был первый такой близкий маленький рынок, предбанник такой, наверное, так можно назвать. А вон там дальше основной рынок, крытый, большой. Сейчас туда пойдем. Там дешевле, выбор больше. Здесь вот стройка. Она где-то месяцев 5, наверное, длится. Здесь стоял дом. Такой же вот, как вот с той стороны. Сейчас его снесли. И строят здесь. Вон как те высокие дома. Новые здания будут здесь. 26 градусов на улице. 31 января. Последний месяц
плохой. Последний день января. Жара. Сейчас вот здесь зайдем на рынок. Посмотрим. Вот эта вот бочка, это алкоголь. Вот цены вы видите, от 50 до 10 юаней за полкилограмма. Алкоголь продают на вес, не литрами, как в России, например, а на вес наливают в бутылку, взвешивают. Полкилограмма цена, вот вы видите. Вот там различные сорта алкоголя. А никаких лицензий. Вот это основной крытый рынок. Вот сейчас я подниму камеру. Такой. Здесь все разбито на отделы. Ну, такие условные сектора. Это вот мясной павильон. Там дальше рыбный. Справа от меня это овощи. И в углу фрукты. Но кроме того, здесь можно купить сладости, полуфабрикаты. И даже постричься здесь можно. Там есть парикмахерская. Недорого, кстати, 13 юаней. Мужская стрижка. Я думаю, что это даже для России недорого. Это черная свинья. Давайте рыбный отдел. Фабрикаты и рыба. Рыба, опять же, лягушки, черепахи и остальные морепродукты. Все, кстати, исключительно свежее. Можно ткнуть пальцем в любую рыбу. Вам ее тут же разделают, очистят, включая чешую. Чешую тоже почистят. Нарежут дольками, ломтиками, не знаю, как вам надо. Блин, брызгается. Очень удобно. Но запах стоит непередаваемый. Если вы не сильно любите запах рыбы, то тогда будет не очень интересно. Черепахи, они кричат, это такая типа реклама. Подходи, налетай, покупай. Что меня слышно, потому что очень шумно здесь. Но надеюсь, я не сам с собой просто так разговариваю. Это часть овощей и фруктов. Ну не овощей, фрукты скорее. Здесь можно любые фрукты купить. Цены зависят от сезонности. Сейчас, например, мандарины стоят очень дешево, за 1,5 юаня, полкилограмма, ну где-то 3 юаня килограмм, около 30 рублей за килограмм получается. А орехи сушености очень вкусные, мы покупаем орехи интересные. Вроде бы вот в мешках одни и те же вещи лежат, а на вкус, если вы попробуете, абсолютно разный вкус. Пробовать на рынке можно все. Любой продукт. Дошли, попробовали. Кокосовое молоко. Любой продукт можно попробовать. Это не возбраняется. Даже наоборот, продавцы будут предлагать вам попробовать то, что они продают. Кстати, парикмахерская. Вот там, не знаю, видно вам, нет? Слева от меня.
праздник. 5 февраля начинается Новый год китайский. Ну, в смысле, по лунному календарю. На самом деле он не называется Новый год, он называется Чунте. Это значит весенний праздник или праздник весны. Но для всех китайцев это самый большой праздник. Практически уже неделю последнюю мало кто работает. И еще месяц почти никто работать не будет. Все будут отдыхать. Это вот, кстати, помело. Традиционный подарок. Вот прям такой покупаете, дарите друзьям, знакомым. Им это приятно. На этом рынке мы все, как правило, большую часть продуктов покупаем, но за исключением европейской еды. Это печенье, например, или мясо куриное в сетевых магазинах стоит дешевле, чем здесь. Но если, например, речь вести о свинине или говядине, то на этом рынке дешевле, чем в магазине. Ну и качество. В магазине мясо все равно замороженное, может быть, или свежее, конечно, но все равно неизвестно, сколько оно лежит. Здесь практически 100% вероятность того, что вы купите абсолютно свежий продукт. Здесь, кстати, если на пол посмотреть, много валяется на пол. Здесь к вечеру просто весь пол усыпан товаром, который не продался, они его просто бросают на землю. Потом здесь приходят уборщики, все сгребают, большие кучи. И некоторые малообеспеченные китайцы выбирают из этой кучи зелень, которую еще можно съесть. Так что, если хотите сэкономить или у вас нет денег, а кушать хочется, приходите на любой рынок к закрытию. Часов 8-9 вечера. Рынок, кстати, работает допоздна. Наверное, часов до 9. Можно еще сюда прийти, что-то купить. И открывается очень рано. Там на улице, вдоль рынка, ну вы видели, может быть, там такие ряды с одеждой. И с сухофруктами разными. Соусы, крупы. Вот видите, рис. Одного риса только сколько видов. Лапша. Ну и традиционный отдел праздничных аксессуаров. Сейчас очень популярны в этот сезон, вернее, в сезон перед праздником. Вот еще одна парикмахерская. Вот цены 10 юаней, мужская стрижка 12, женская 15. Грубо на 10 умножайте, получится цена в рублях. Такая небольшая экскурсия. Смотрите, надеюсь, вам понравилось. Ну и мне память интересна.